Всем привет, друзья! Если вы любите брауни и всякие вкусные шоколадные десертики, то вам обязательно понравится печенье, которое мы сейчас будем готовить. Невероятно вкусное и простое. В тарелку 2 яйца, 100 грамм сахара и немножко соли. Массу нужно взбить, чтобы она немножко увеличилась в объеме. Все, яйца взбиты. Я уже растопила 170 грамм шоколада темного на водяной бане, но вы можете брать молочное, если хотите. И сюда же 50 грамм сливочного масла, пока шоколад еще горячий. И все перемешиваем. Вот такая у меня получилась масса. И теперь шоколад обязательно должен остыть. Можно шоколад перелить в другую емкость, чтобы этот процесс проходил быстрее. Переливаю его к яйцам. Для более шоколадного вкуса добавлю еще один стик растворимого кофе. Теперь 50-100 грамм шоколада нужно накрошить. К основной массе добавляю муку 50 грамм и шоколад. Все, тесто готово. Духовка у меня уже разогрета до 180 градусов. На противень, выстеленный пергаментной бумагой, выкладываю тесто. Теперь в духовку на 10-15 минут. Вот такие печеньки у меня получились. Они уже полностью остыли. И вот так они выглядят внутри. Они внутри такие мягкие-мягкие. А краешек печенья слегка хрустит. Первую партию печенюшек я делала немножко поменьше, а вторую чуть-чуть побольше. И тут уже как вам нравится. Печенюшки, которые поменьше, имеют более ярко выраженные трещинки, но они немного суховатые. Ну как, сравнительно. Они тоже супер мягкие, сочные, но те печеньки, которые побольше, они еще сочнее. Без преувеличений, это, наверное, самое вкусное печенье в моей жизни. Вот остановиться нельзя. Хочется съесть все и сразу, потому что печенье действительно очень-очень вкусное. И еще, сегодня на кухне у меня было жарко, и тесто было чересчур жидкое. Но я спешила, мне нужно было быстрее это все выпекать, поэтому я сразу же отправила его в духовку. Но вторую часть теста я положила в холодильник, она застыла, и в итоге было намного легче формировать печенье, и оно получилось немножко пышнее. Так что учитывайте эти нюансы и прям действительно советую приготовить. Это очень вкусно, если вы любите всякие шоколадные, супер-супер шоколадные десерты. Спасибо большое, что посмотрели видео. Приятного аппетита, друзья, и готовьте с удовольствием. Пока!